Hello, people! Вы на новом канале Lord of the Железное Сердце, и сегодня мы продолжаем играть в Far Cry Primal. Нам осталось всего лишь улучшить одно пищестроение у урки, да. Для этого нам глина нужна, короче, на север сходить. И какой-то квестик нам хочет выдать шаманчик. Ну, помимо того, что есть квесты про мамонтов. И они особо не интересны. Что-то а, это он приехал. Я, блин, думал, это шаман пришел. Ну, привет. Здоровки. Дом тебе построить? Ты тоже мне будешь квесты выдавать? Братуха. Я, в принципе, даже рад, что ты к нам пришел. А где тебе дом-то построить? А? Пришляга, давай ко мне в пещеру приходи. Ну ты какой-то у нас, конечно, странный чувак. Так, этот ничего нам не дает. Мамонты есть. Да. Видимо, потому что мне не из чего тебе строить дом. Я тебе ничего строить не буду. Пролете, короче, ты, чувак. Смотрим карту. Нам надо пойти на север. Давайте на севере захватим два аванпоста. Раз, два, три. Четыре, пять даже их тут. Начнем вот с этого северного, самого дальнего. Там мы, в принципе, все остальное изведали. Поехали. Собираем глину северную, северные камни, черные. Ну и остальное, траву, я думаю, в принципе, не нужна. Мы ей практически мало пользуемся. Вот, ну дом. Кагану, да, надо построить. Потому что, говорит, за его строительство нам дадут возможность продолжать квест. Кто у нас сегодня? Волк. Волк, ты меня не покатаешь. Ты, блин, конечно, хороший. Красивый. Это можно любоваться на твою шерсточку беленькую. Гладить тебя хорошо, да? Ну, извиняй. У меня для путешествия есть косуня. Так, что-то тут кого-то шайтанят. Надо освободить, пойти помочь. Фиджи опять мучают. Все, он уже не жрец. Сейчас, пацаны, нормально будет. Сейчас моя кошка справится там быстренько. Чё, крыса? Совсем страх потеряла, что ли? Пойдем аванпост захватывать. Вот черные камни начали уже попадаться. Кедр. Кедр тоже пригодится. Когда на стрелы собираешь стрелы, да, копья, дерево уходит вообще на ухнарь, просто улетает, не успеваешь его запасать. Камушки желательно не пропускать. На горе живут.
можно ворваться. Ладно. Сделаем все по правилам. Ведь я бомбу забыл собрать. Не в подземке живут все? Да какие они? Продуманные. Лиса там уже орудует во всем. Ты что, не хочешь спускаться? Лиса, а где ты тут пробегала? Покажи дорожку. Приземление. Так. А что тут зажигать-то? Опа. Нате, слабачки. Получайте. Вот так же. Скрикалистая. Вот они бегут. Где-то. Походу ничего зажигать не надо будет. Я опять съем противоядие. Последний остался. Сюда. Все. И я ткнуть успел. Нормально. Пятьсот опыта всего-то. Тайник добавлен на ресурсы. Так, а этих ресурсов мне хватит? 10 глины осталось. Только глина осталась. А где эту глину-то, блин, искать? 6 жителей у меня прибавилось. Пойдем. Смотрим в тайник. Глина нужна. Северная глина. Так нормально добавилось. Yes. Все. Насобирал. Возвращаюсь. А, я принес тебе улучшение домика. Танцуй, пляши. Давай, улучшаем.
И ты мне расскажешь продолжение своей король недвижимости. Девчушка здесь. Мальчазар. Продолжение истории, да. Так, ну, давай. Здорово, слушай. Пальхумансин. Да, сушалхай. Суасар. Вана. Удан. Дагуач. Там Мальчазар. Гуанач. Ману да. Лацева. На Мальчазар. Чарта лайква. У. Суасар. Гуан. Урус. Салвая. Ты уверен? Сестры огня, говоришь, убить? А ты пойдешь со мной? Поссал, я так и думал. Так, открываем карту. Смотрим. Вот они. Да, из Уда. Убейте трех смертоносных сестер Изила. Так, ну, это будет у нас делать Мишка. Убивать, а мы будем стоять в сторонке и смотреть. Быстрое перемещение. Так. Лиса, ты где там? Туши. Тебе еще и лечить. Только телепортнулись, а ты уже болеешь. Че, из компании Ула, что ли? Нам надо вот в эту сторону. Смотрим, как-то нам оттуда выйти. Так, если мы выйдем через главный вход, потом свернем направо и пойдем по горам, короче. Вроде должны будем дойти. Потому что если вот сюда вариал этой кошки нашей, то вряд ли мы туда дойдем. Выходим. Погнали. Ну, ресурсы мне, в принципе, больше и не нужны. Как таковые. У меня на аванпостах собирается все. Потом все здания я улучшил. Пещеру даже свою улучшил. Квестов мне от этого больше не дали. Пока бежится, бежим. Редкий камень подобрали. Редкий камень пригодится. О, уже дошли, видите, сами даже не заглядывая в карту зашли. Маски я собирать не буду, это сильно муторно, они как-то висят беспонтовенько. Можно, конечно, попробовать глянуть. Так, о. Об этом я и говорил, не понять, как их отсюда снимать. Копьем или стрелой они не сбиваются. Пошли дальше. Thank you.
свободен. Так. А дети и сестры-то прячутся. Будем нападать под покровом ночи, чтобы страшнее было. Так, смотрим, что тут за территория вообще. Так. Ну, это тупиковая территория. Как бы им тут особо-то и деваться даже некуда. Врагов вызвал. Пипец. О, это сестренка? Уже первая? Одна есть. Сейчас вторая будет. Вторая сестренка. Что-то сильно легко. А вот и третья сестренка. Сдохни. Все. Ну все, сестры. Так, туда можно бомбочку меткнуть. Где там они? Они снизу толпятся, никто не залазит. Пинджи, иди сюда, да? Как тебе нравится эта бомбочка? Отравитель. Еще и ачивку получили. Пусть лупятся. Так, Иса, сюда иди. Не мешай людям разбираться. Сюда встань. Пусть люди там побалуются. Дай я тебя полечу. Покажи. Так, ну посмотрим, что тут в деревушке есть. Смотрите, тут какие-то... Чего орёшь-то? Дурень, блин. Позарался. Не орал бы, живой бы остался. Так, ну и тут еще один сейчас. Паникер будет. Все орут. Все никак не набесятся друг с дружком. Чё, не умираешь-то? Все, умер. Убил своих собратьев и умер. Чё, можно возвращаться? Ну чё, возвращаемся к квесту. Квестодавателю, говорим, что мы их сестренок-то его нашли. Шайтаня тоже, что ли? Ждет сестренок? Да, Баль, я
Дан. Хайва ул балар. Ну ул кванта. Табал малчасар. Мубаласар. Капал пур. Гварду марти пар. Такар. У. Та. Гуан. Шлау драгваш. Вот такая вот жирная точка у нас получилась, однако. Сейчас мы, наверное, сюда можем этого чувака нашего поселить. Видимо, это еще не конец. Можно было бы подумать. Оба. Угуам! Уинза! Гуаришама! Ула, Марва! Цуши дуги старша! Маси дам шабалла! Нати хайка гуаста, Сайра! Салва урус, уинжа нашман вайда, такар нашман дуайарш. Шаджа, мас гуарбти гуарш, тибал шаю, уинжа йога. Такар гуарбти. Такар гуарбти. Ну такар, у хар, ну. Ти браяш сварста. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот славная игрушка Far Cry Primal. Мне она очень даже понравилась, скорее всего, из-за того, что она как бы сеттинг довольно-таки необычный. Вот такую вот игрушку первобытности, как бы ощутить это от первого лица, все увидеть сложновато даже в чем-то, особенно в самом начале непривычно, там с автоматом обычно бегаешь, там где-нибудь стреляешь, там здесь бах, и у тебя копье, лук и ножик, которым мы так и не попользовались. Еще ловушки были, ими тоже как-то особо не пользовались. В общем, это мы дошли до финальных титров. Респект, как говорится, нашему каналу «Железное сердце» и «Уважуха». И ваша поддержка очень даже нужна. Потому что что-то лайков за это видео я набрал очень мало. Прошел я в рекордно короткие сроки эту игру. Ровно за одну неделю. Играл я на PlayStation 4. Завтра она выходит с 1 марта на ПК. Не знаю, получится сегодня, если все эти серии выложить, то это будет как бы до выхода игры 29 февраля. Нет, ну, скорее всего, завтра успею я все это залить. Также хочу вас попросить, если вам хочется увидеть продолжение игрушки, там еще какой-то квест у нас, квадратик горел, также за мамонта побегать. Ну, давайте договоримся, что каждый видосик набирает по 50 лайков, и я продолжаю съемки. Если
ближайшие несколько дней видосик не набирает достаточное количество лайков, потому что сил я угробил очень много за этот день, за эту неделю, пока проходил. Как бы должной отдачи, к сожалению, не получил. Может, конечно, многие просто ждут игру на ПК, приобретают, либо думают, что она будет доступна на торрентах. Но я думаю, что Юбики все делают для того, чтобы она в торренты как можно дольше не попала. Ну, если в видео было хоть чем-то, какая-то серия вам полезна, тоже жду от вас лайков. Конечно, в первую очередь от своих подписчиков, чтобы поддержка ваша более чем мне нужна и важна. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать комментарии. Также подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Там все анонсы о всех новостях, розыгрышах, новых видосах, каких-то ивентах, трансляциях. Все это, и новости идут именно в паблике. На канале в основном только видосы. Видосы и еще раз видосы. Много видосов. В общем, всем пока. Судя по этой девочке, которая тоже умеет приручать зверей, нас ждет жирное продолжение. Уинджа Салуа. Мам Урус Атиджауа. В общем, как я и сказал, я не заканчиваю игру. Жду от вас хорошей, сильной поддержки. На случай хорошей, сильной поддержки буду снимать продолжение. Хотя мамонтов, конечно, я без поддержки сделаю, без вашей. Но хотелось бы все-таки, чтобы все было по-человечески. Пойдем-ка за костерчик зажгем. В наших краях еще мало гуляло. Может, даже будет интересно местную фауну подраконить. Всем пока.